Я всех приветствую. У нас поступает продажа Mercedes-Benz GLS 450 двухлитровый дизель на 21 колесах с камерами 360, с порогами, с расширением. Фуматик. 7 мест у автомобиля. Красивый белый салон. Третий ряд у нас с электроприводом, с всеми розеточками. Электробагажник. Есть доводчики дверей. Все работает. Сзади у нас шторки, бурмистр, обогрев сидений, электрический задний диван. Белый цвет. Очень красивое сочетание темно-синего автомобиля с белым салоном. Климат-контроль, панорамная крыша, мертвые зоны зеркала. Спереди у нас память сидений, обогрев, вентиляция, бурмистр, полностью все электрорегулировки. Пробег у автомобиля 83 тысячи километров. Проекция есть. Состояние переднего сидения. Все ассистенты, камеры, все присутствует. Также есть клавиши быстрого доступа. Дерево посередине, беспроводная зарядка, охлаждение и подогрев подстаканника. Кожаная отделка торпеды. Автомобиль полностью готов к продаже, находится в Москве. Пневмоподвеска даже присутствует. Так что приезжайте, смотрите.